Троих казахстанских блогеров сегодня 4 часа держали в районном отделении полиции Алматы по жалобе Максата Усенова. Виновник крупного ДТП, в результате которого погиб один человек, обратился к руководству ДВД с просьбой наказать сетевых авторов за клевету. Речь идет о Ренате Кибраеве, Дмитрии Щелокове и Нурале Айтиленове, которых 4 февраля приговорили к 10 суткам ареста за акцию протеста у ресторана, где обедал аким Алматы. После выхода на свободу один из блогеров на своей страничке в социальной сети написал об особых условиях содержания Усенова в спецприемнике ДВД. Якобы арестант отбывает наказание в так называемой VIP-камере. Ему позволяют свободно перемещаться по исправительному учреждению и встречаться с родными. В полицию информацию эту уже опровергли, но публикация успела разойтись по интернету. Каким образом она дошла до Усенова, остается только догадываться. В ДВД от комментариев пока воздерживаются. В итоге сегодня утром троих блогеров забрали в УВД Жетысуйского района и взяли с них объяснительные. Сами задержанные считают, что поводом для их ареста стала не интернет-публикация, а назначенная на сегодня встреча акима Алматы Ахмеджана Исимова с горожанами. Встреча с Исимовым. Мы намеревались на нее попасть и задать акиму Исимову несколько нелицеприятных вопросов, касаемо состояния города, уборки снега, ЖКХ. Вот. Эти вопросы, те вопросы, которые ему на самом деле никто не будет задавать. И вот они нашли козла отпущения в виде Усенова. Я вот даже, знаете, не уверен, что сам Исимов, сам Усенов писал это заявление против нас.